преддверии Международного женского дня в Покровске состоялся праздничный концерт. Женщины принимали цветы благодарности на главной сцене города. Для них любимые песни исполнил народный артист Украины Владимир Гришко. На праздновании побывали и наши корреспонденты. Медики, учителя и соцработники. Накануне праздника 8 марта в Покровском дворце культуры не протолкнуться. Эти женщины активно участвуют в развитии города и района. Живая музыка и фуршет. В фойе для приглашенных накрыли праздничный стол. Спасибо организаторам, которые вот это придумали, такой праздник, фуршет. И нас позвали на вот этот праздник 8 марта. Вот мы очень рады и довольны. На выставке, организованной к Международному женскому дню, работы представили юные художники и мастера. Работы из бисера, из шерсти, вышивка бисером, оригами, мягкие игрушки. Здесь представлены 80 работ. Алене с мамой пришлись по душе поделки. Мне понравились игрушки, изделия из бисера. Праздник продолжился в концертном зале. Первым со сцены покровских женщин поздравил мэр Руслан Требушкин. В канун 8 марта у нас большой праздничный концерт. Мы поздравляем всех женщин Покровской громады. Мы пригласили много гостей из района, из соседних городов. Под музыку и аплодисменты награждают выдающихся женщин города. Среди них Валентина Чайка. Она много лет борется за права людей с ограниченными возможностями. Люди с инвалидностью имеют доступ совершенно ко всему. Хотелось бы, чтобы о женщинах помнили не только 8 марта. После награждения праздничный концерт. Зрители охотно подтанцовывают под песни минувших лет. Настоящим сюрпризом стало выступление народного артиста Украины Владимира Гришко. Тенор специально приехал поздравить женщин Покровска с 8 марта. Степан Федорович, телеканал «Донбасс».